зацеп, бросок через бедро и подсад голенью. 9-летняя Ксюша уже больше года занимается дзюдо в спортивной школе «Спартак». За это время девочка достигла немалых высот. Дважды покорила мировой пьедестал. В родной Бобруйск привезла золото из Юрмалы и Риги. И вот совсем недавно взошла на республиканский Олимп. В турнире «Спарта Open Cup» бесстрашная и целеустремленная Ксения взошла на высшую ступень в своей весовой категории до 30 килограммов. Девочка стойко переносит приемы противников на соревнованиях, ведь подготовка у нее не шуточная. Тренировки 3 раза в неделю. Но и это Ксюшу не страшит. Ей очень нравится заниматься боевыми искусствами. Мама меня отдавала на гимнастику, мне там не понравилось, и я выбрала дзюдо. Мне очень нравится заниматься дзюдо. Участие в республиканском турнире приняли еще 16 воспитанников «Спартака». Ребята школы завоевали призовые места во всех 4 возрастных группах. Всего юные дзюдоисты привезли 11 медалей – 2 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. К победным местам их привели усердные тренировки с лучшими преподавателями. Было более 300 участников, было более 20 команд. Из 20 команд своими малышами, 17 нас было человек, мы заняли 3-е место. Первые, кто первое место занял, организаторы, у них было более 80 участников. То есть такой достаточно большой, хороший уровень показали. Сейчас ребята отправились на следующие сборы республиканского уровня. Потому в очередных победах наших дзюдоистов можно даже не сомневаться. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.